Telegram механизм через оплату криптовалюту TON. Разработали двойной кошелек, так называемый. Очень безопасный, очень конфиденциальный. Я сегодня и вчера выставил ролик. Создавайте двойные кошельки. И вообще никто не получит туда доступ, понимаете? Входим в Каспи, мой банк. Оплата в интернете. После «Изменить лимит» выбираем минимальную сумму 25 тысяч тенге и нажимаем «Изменить лимит». После установления лимита. Далее заходим в Telegram, нажимаем «Поиск» и пишем латинскими буквами сначала «собачка», далее «wallet». После этого выбираем кошелек, нажимаем «Старт», «Открыть кошелек». Нажимаем на три точки сверху, настройки, и здесь нажимаем на галочку «Показывать TON Space Beta». Теперь нажимаем назад, и здесь увидели новую категорию TON Space Beta. И нажимаем «Создать TON Space», «Создать копию по email» и пишем свою почту. Здесь я скрыл свою почту и плюс пишем шестизначный код, который придет на вашу почту. После этого нажимаем «Открыть TON Space». Теперь создан ваш скрытый кошелек внутри самого кошелька. Теперь пополняем свой кошелек. Пополнить, банковская карта, Toncoin, далее. И здесь у новых людей, которые создают впервые свой кошелек, у них могут попросить пройти базовый уровень верификации. То есть пишем имя, фамилию и дату рождения. После этого нажимаем «Отправить» и повторяем наши действия. Выбираем Toncoin, нажимаем «Далее». Минимальная сумма здесь 3, я выбираю 4 тонкоина. Теперь нажимаю «Купить». Банковская карта и «Оплатить картой». После этого пишем 16 цифр спереди карты, номер карты, потом срок действия карты. CVV – это 3 цифры с обратной стороны карты. После этого латинскими буквами имя держателя карты, как у вас написано на вашей карточке. После этого нажимаем «Оплатить». И в сообщении Каспи банка приходит сообщение, шестизначный код 178 936. И пишем этот код, нажимаем «Подтвердить». Кошелек успешно пополнен. Теперь наша задача – пополнить наш скрытый кошелек внутри кошелька. Нажимаем TON Space Beta, «Пополнить», перевод из кошелька, Toncoin, далее. И здесь комиссия, поэтому пишем 3,95. Подтвердить и «Отправить». Готово. Теперь нажимаем на три точки сверху справа. Тонкоины уже поступили на наш же внутренний кошелек. Теперь, чтобы участвовать в проекте Мухтара Аблязова, сворачиваем, свернули Telegram, заходим на сайт ДВК, выбираем категорию «Криптовалюта» и копируем адрес для Toncoin UKAE и 9WL3. Копируем. Обратно заходим в Telegram. Нажимаем «Отправить». Внешний кошелек. Нажимаем на само слово «Вставить». Далее. Пишем. Здесь комиссионная, здесь чуть-чуть меньше, поэтому 3,93. После этого нажимаем «Далее». Проверяем. Все правильно. Подтвердить и «Отправить». Готово.